Всем привет! Пришли еще посылочки, заказанные в Китае с сайта eBay. Здесь я заказывал по просьбе товарища бампер на Samsung Galaxy Note 3 Neo. И с сайта AliExpress также для Samsung защитные стекла. И здесь, по-моему, по треку я не смог пробить. Здесь, по-моему, должен быть чехол для планшета Asus FunPad 7, если я не ошибаюсь. Ну, давайте с него как бы и начнем. Самому интересно, что там внутри, потому что трек почему-то не пробился. Бывает такое, китайцы ошибаются в треках. Ну да, это он и есть, кстати. Заказывал я его, не помню, долларов за 8, кажется. Вот такой вот чехольчик. В принципе, довольно-таки приятный на ощупь. Запаха нету. Иногда бывает. Вот такой вот чехол с магнитом. И в подарок еще китаец положил пленку. Видим, больше нет ничего. А нет, стоп. Еще в подарок шел вот такой вот стилус. Любят они раздавать такие подарки, пленки со стилусами к чехлам. Но приятно. Так, поехали дальше. Здесь даже наклейка такая, типа бьющийся товар. Осторожно. Доехало все довольно-таки быстро. Сегодня у нас 21 августа, отправили 3 августа. Быстро сейчас до России доходят посылочки. Да. Не считая того, что большую часть времени они у нас здесь на растаможке. Пока до места доедет, пока еще там вокруг адреса покатается. Так, что же у нас здесь? Ну да, здесь пусто. Здесь вот такие вот стекла, видите, Note 3 Neo. Заказывал я вот у продавца для Samsung Galaxy Note 3, просто не Neo. Качество понравилось. Что по комплектации? Салфетка для удаления пыли, лопаточка, вижу я, и тряпочка с бумажки сухой. И вот так вот упаковано отдельно само стекло. Почему-то с таким вырезом. Ну, не знаю. Вот такое вот стеклышко. Намного лучше, чем пленки. Держится дольше и цветопередача, то есть не теряется. Цвета передается хорошо. Таких вот упаковочках. Ну и во второй, в принципе, все то же самое. Так, в сторону. И вот такой вот странный коробок с непонятным треком. Первый раз вижу такой трек. Вот сайта eBay. Ну, я так понял, в принципе, что здесь тоже кейс должен быть на Samsung. Потому что на почту пришла посылка без уведомления. Просто как обычное письмо. Ну, благо уже все знают меня на почте. Позвонили,
сообщили, сказали, говорит, придите лучше так получите, чем он в почтовый ящик, он, говорит, даже не поместится. Таким вот барошким способом сейчас мы все это откроем. Ну, конечно, упаковали хорошо. Для одного дробандера столько пупырок. Это, конечно, ужас. Часы так они не упаковывают жестко, как бампера. Ну, пусто. Пусто, пусто, пусто. Вот такой вот гламурный бампер. Такой весь в золоте. Здесь качество очень хорошее. И стоил он тоже недорого, что там, не помню, долларов 6, что ли. Прикольный. Мне понравился. Так что вот так вот. Вот такие вот у нас сегодня посылочки были. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Дальше будет интереснее. Ждем новых посылок. Всем пока-пока.